Эй, привет, мои эльфиаты, и вы снова смотрите канал очаровательного неэльфика по имени Квинита. И я решила сделать бьюти-блог, да, но на самом деле это все неспроста, я просто собираюсь снимать видео, мне для этого нужно нарядиться, но я решила, почему бы не снять, как я создаю себе образы, как я крашусь, ну и так далее. Мы начинаем. Чтобы подготовить свое личико к макияжу, я умываюсь такой вот пенкой с очень удобной массирующей кожу насадкой. Ну что ж, я привела свое лицо в порядок, теперь мы можем начинать. И сегодня я буду делать макияж из Пинтереста. Закончив вводные процедуры, приступаю к нанесению тонального крема. Оставляю его такими вот капельками по всему лицу и растушевываю спонжиком. Конечно же, обязательно наношу его на синяки под глазами и замазываю их. Для лучшего эффекта лучше использовать, конечно же, консилер. После подготовки лица можно начать наносить тени. Для этого я использую палетку Beauty by Bright. Для данных теней нам понадобится 4 оттенка. Беру голубой оттенок Paradise и наношу его немного на веки. На середину наношу фиолетовый Modern Way, а в самый уголок розовый Make Them Win. Еще я разбавила все это белыми тенями, чтобы было не слишком ярко. Далее самая творческая часть – это нарисовать эти самые потеки. Для этого использую два голубых оттенка, тот самый Paradise и сияющий Splash. После этого дело переходит к стрелкам, черным оттенкам или Kids, или я не знаю, как правильно его называть. Стрелки необычные, а как называют эту форму, лисичий глаз, то есть дополнительная прорисовка в уголке глаза. Так вот интересно получается. Теперь перейдем к рисованию бровей и тоже тенями. Здесь я их делаю заостренными, использую также черный цвет. Кончики прикрашиваю зелено-синеватым оттенком Оазис. Думаю, очень нестандартно и необычно. И завершающий пункт макияжа – это, конечно же, губы, сделанные тоже, вы не поверите, тенями. И это не просто какой-то легкий оттенок, а насыщенный черный цвет. Сначала прокрашиваю верхнюю губу, а затем нижнюю. Обратите внимание, что для рисования стрелок, бровей и губ использую вот такую полусрезанную кисть. Не знаю, как это правильно назвать. Ура, наш макияж совершен. Осталось дополнить его ярким париком, стильной одеждой и аксессуарами. Вот такой вот макияж с тенями из Pinterest у нас получился. Если тебе понравился мой образ и техника макияжа, то обязательно ставь лайк и пиши в комментариях еще более интересные идеи. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!